Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то я добрался до обновленной достопримечательности города-курорта Анапа. Находится она на нашей двухъярусной набережной, и вы сюда 100% уже приходили, если вы любите наш город. Раньше алые паруса, немножечко, так сказать, подушатанные были. Сейчас же мы с вами видим их в обновленном виде. И уже детки их атакуют, взрослые фотографируют. И мне кажется, в этом году они привлекают еще больше туристов со своими фотоаппаратами, чтобы запечатлеть всю эту красоту. Получилось просто восхитительно, особенно это море еще под кораблем. Я ставлю однозначный лайк, а вы пишите в комментариях, как вам новый вид наших алых парусов. Ведь как приятно делиться такой красотой. Нажмите на эту кнопочку и отправьте своим друзьям, чтобы они тоже знали.